Все наши разочарования, печали и прочее связаны с тем, что мы чего-то хотели и не получили. От чего мы это хотим? Потому что эту информацию мы записали в свои корковые отделы. И вот такое счастье. Девочек рассказывали им про принцев. Им сказки, туфлю она теряла, потом нашла, и все нормально, все пошло. Мальчикам тоже рассказывали, как они станут какими-то просто страшно богатыми, например. И мы живем просто, потому что огромное количество этой ахинеи запрограммировано в наших мозгах, и мы не можем ее критически воспринимать. И дальше мы начинаем говорить, что зато у нас есть, значит, наша какая-то самость, мы ее будем саморазвивать. Что саморазвивать?